Всем привет, с вами Сергей, и в данном видео я вам хочу рассказать новость про приглашение на программу акций серии А, обновление 2.0. То есть 1 октября компания, значит, выдала такое сообщение, это только для партнеров, для клиентов такое не получится, конечно. То есть участие в плане акционирования, то есть компания выходит уже на биржу, будут акции. Написано: поздравляю всех наших квалифицированных учредителей клуба, элит клуба и ISE плана, которые уже отправили свою форму для индикации, для поддержки тех квалифицированных участников, которые еще не предоставили форму. Мы продлим дату закрытия до 31 октября. То есть осталось у нас фактически полмесяца до 31 октября, когда нужно зайти на акционерный сайт и нажать на кнопочку. Для того, чтобы компания знала, что вы собираетесь в 2020 году, то есть это в следующем году, будут акции и будет возможность приобрести дисконтные акции в частном размещении. Итак, теперь как это все сделать? Для этого нужно зайти в все сервисы ADX LTD. Нажимаем. Здесь что у меня указано? То есть мой аккаунт ID есть. Консультант 31 PSV неактивный. Ничего страшного. Дата регистрации, вот обратите внимание, второе, то есть феврале, 21 февраля 2011 года. И квалифицирован ли я на участие в приобретении акций? Я квалифицирован был в 2012 году. Объем продаж у меня такой-то был в 2013 году, в 2014 году. Баланс трастового аккаунта выплаченный. Так, это то, что мы получали за участие в клубе акционирования, в клубе учредителей. Так, итого. То есть мне со скидкой будет предложено приобрести за $132 непосредственно прямые акции компании. Я думаю, стоит нажать вот эту кнопочку «Отправить на индикацию», для того, чтобы все-таки не зря была проделана когда-то эта работа. То есть, обратите внимание, 12, 13 и 14 года. Поэтому надо до 31 октября просто зайти на сингапурскую версию нашего аккаунта и нажать «Отправить на индикацию». Так, видите желаемую сумму инвестиций и калькулятор ниже. Количество потенциальных ценных бумаг будет рассчитываться на основе плана, на который вы квалифицированы, и уровня вашей скидки. Это только для иллюстрации, используется только в качестве примера. Предполагаемая сумма инвестиций. Только 121, то есть вот 132,8, вы достигли предела ценных бумаг, то есть 121, то есть максимум, что можно, это только 120, да, вот она цифра, то есть количество потенциально распределения доступного по скидке, то есть будет скидка на приобретение акций, и всего у меня можно приобрести 121 акцию по скидке. Значит, нужно получается взять вот эту сумму ввести для того, чтобы потенциально приобрести именно 121 ценную бумагу. Так, то есть взял вот эту сумму, так, копировать, здесь нажимаю «Отправить индексацию», так, вставляю. Вы достигли предела ценных бумаг 121. Все. Вот все, что надо. 121. То есть сделали по максимуму. И нажимаю «Отправить». Вот. А теперь правильно. То есть квалифицированные ценные бумаги в размере 121 штуки.
Общая стоимость будет 132,9 доллара. То есть это будет со скидкой. Хорошо это ли будет или плохо, время покажет. А пока лучше воспользоваться данной возможностью и зайти и нажать на эту кнопочку. Всем тем, кто участвовал последние 11 лет работы компании на рынке. Всем добра. С вами был Сергей. Подписывайтесь на канал. До скорой встречи. Всем пока.